Каждый житель области должен иметь беспрепятственный доступ ко всем государственным и муниципальным услугам. Именно с этой целью указом президента в регионах страны реализуется закон о предоставлении услуг населению. Так, в каждом муниципалитете скоро появится свой многофункциональный центр. От зауральцев потребуется лишь однократное обращение за справкой или информацией. А с госслужбами взаимодействовать будут уже сами специалисты центра, без участия заявителя. О ситуации по переводу госуслуг в электронный вид на совещаниях в правительстве еженедельно докладывают главы районов области. Так, в Каргополье уже сформирована вся правовая база. Утверждено 30 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Каргопольского района и структурными подразделениями. Утвержден перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления Каргопольского района, по которым планируется организация межведомственного взаимодействия. Всего таких услуг 7. Согласно закону, помещение МФЦ должно занимать не менее 200 квадратных метров. При этом само здание необходимо оснастить всеми коммуникациями, средствами связи, входы оборудовать пандусами для инвалидов. У нас из 458 муниципальных образований только 76, значит, выставили в реестр те услуги, которые могут им предоставляться. Как сообщили в правительстве, на данный момент во всех районах области назначены ответственные специалисты по вопросам реализации перехода на межведомственное взаимодействие. Камнем преткновения сейчас является финансовый вопрос. На организацию одного многофункционального центра необходимо порядка 1 000 000 рублей. Юлия Васильева, Сергей Балмасов, Александр Немков. Информационное агентство «Курган.ру».